второй, да, Саша? Ну кто, что мы поделаем? Так, друзья, всем привет! Сейчас будем переводить этих поросят, забирать от свиноматки. Поросятам уже 30 дней делаем отъем. И тут гардыбор надо убирать, вымывать плитку, потому что никто ничего не делал, пока были поросята. Поросята у нас хорошие по два, да, Саня? Боня, сейчас. Поросята у нас получается кантур, то есть мама Дюрок, папа Петрен. Вот такие вышли поросята. Что Дюрок в чистоте, что Петрен в чистоте. Вот такой выходит поросенок кантур, Дюрок Петрен. Сейчас мы им опустим воду в самый низ и поставим корм для маленьких поросят. Предстарт. Подкормка. Они грязные, там места уже было мало. Да, вот, ну, кнопочка. Я думал, она не выживет, выжила. И у Машки мы тут уже разгородили, где для поросят была перегородка. Потому что следующий опорос Машкин будет в новом сарае. По сараю работы идут. Так сказать, работа кипит, но внутрянки. Там готовим под заливку, маяки, трамбовка, виброрейку отремонтировали. То есть готовимся под заливку. Там буду что-то делать конкретное, чтобы показать, я покажу. Пока показывать как таково нечего, там внутри копошимся. Эти поросята, кто смотрит канал моего сына Богдана, который называется «Сын блогера», тот в курсе. Этих вчера переводили в эту клетку. Все нормально. Пошли первые какашки. И вымазывают сразу стены. Вот почему мне не нравится побелка. День-два, и все опять будет не сильно чистое.
Они прям когда опорожняются, упираются в стену, вон как пятно. И делают свое дело. Корм у них есть. Кормушку я насыпал. Воду еще такую не сделал. Непельную. Пока поставил корыто. Завтра, послезавтра переделаю. Хорошие поросята. Эти, что вчера их сюда перегнали. Корм в кормушках есть. Чувствую себя хорошо. В принципе, все нормально. И Богдан что-то хочет вам сказать. Пароход на мой канал. Пароход на Стаса. Всем пока. И вот, кстати, кашляет вот эта свинюха у нас. Свинья именно, одна. И она с самого, так сказать, маленького возраста кашляла. И прокалывали, и кололи, и ветеринар приезжал, лечили. И все равно кашляет. Мне там задавали вопрос, что кашляет. Вот, постоянно кашляет, одна. Эти хоть бы что, одна кашляет. Ну, сказали, легочное заболевание. То есть оно залечивается, но не вылечивается. Поэтому она у нас первая пойдет на мясо. Кормушку им пока поставили маленькую. Ну, пускай хоть первые дни со старой, типа своей, поедят. А потом будут уже залазить в бункер. И воду пока поставили так. Первый день-два, потом опущу. Пускай освоят. Они привыкли пить просто так. Пускай, чтобы не сильно стресс у них был. Он снова пора скрыто. Оп. Ну дай бог. Вот сейчас у них начнется перестроение организма на постоянный сухой корм уже без молока. То есть варианты и с поносом могут быть нюансы, поэтому как бы надо в этот период наблюдать, смотреть, чтобы нигде никто ничто не обдрыстался. А кто обдрыщится, пометить его и думать дальше, что делать. Ну вот буквально сейчас день-два, и тут тоже не за стен будут черные. Сейчас они, ну, что-то новенькое им, новая клетка, бегает, этот. Пройдет часа два, начнут все сильно хрюкать, потому что нету ихней мамы. Ну, опять они там кричат, я так называю, кричат, они буквально там, ну, может, завтрашний день так погудят, и все. И потом обычно. Ну, как говорится, дай бог. Также нам задавали вопросы по поводу канализации. С канализацией уже трубы брошены туда, вовнутрь. Уже идет туда трубы. С двух желобов, с двух рештаков идут сюда трубы. Уже пробито кольцо, они там внутри. А здесь мы будем заливать сверху бетоном и слив делать сюда. Тут будет сетка в маленькой, вот где крышка. Здесь будет еще сантиметров 10 сверху бетона. И с этого всего, с этой площадки будут слив идти сюда. Допустим, тут по центру мы там воду льем, ну, когда забой идет. Чтобы вода уходила сюда. Сама по себе навес для бойни отличный будет, ну, единственное, надо залить и хотелось бы положить плитку тротуарную. Ну а там посмотрим по финансам. Внутри показывать не буду, что делаем, пускай потом уже буду снимать внутрянку, покажу по внутрянке. И кстати, переходьте на мой канал, там будет перевод этих свиней из той загородки. Да. Да. Переходите, друзья, у нас второй есть канал,
Называется «Сын блогера». Вверху я его закреплю. Перший закреплю. Коммент. Переходим. Подписываюсь. И также мне говорят, что будут проблемы у тебя, ты песок берешь типа в горах. Нет, у меня мой участок, вот эта вот первая горка, чуть дальше. Это мой участок приватизированный. Я тут уже подрезал часть, когда забор делали. Ну, то есть расширял. Подрезал метров 5, наверное, может меньше, я там точно не помню. Поэтому это наш участок, не переживайте сильно. Ну да, это наш участок. Трубы на канализацию кинули, вот, вот такие у нас были. Но это куски остались. Не стал я капроновые. Эти были длинные, асбестовые. С соединяшками соединили. Сделали все там по уму. Ты купаться, Сань? А, в туалет? Ну все тогда, друзья. Всем пока. Всем пока.